Иван, если ты сейчас завалишь, я дам мячик об тебя. Это понятно? Так теннисист Павел Котов сорвался на собственную маму во время своего первого матча в Мадриде. 101-й ракетка мира бился со 178-й Кимером Капиянсом. Это первый из двух матчей за выход в основную сетку грунтового турнира серии Мастерс. Этот этап даже не показывают по телеку. Съемка ведется с одной камеры и зрителей обычно человек 10. Итак, счет по сетам 1-1. В решающем третьем Павел Котов ведет 5-3 и подает на матч. Но вначале двойная ошибка при подаче. А потом Котов мажет, и счет уже 30-0 не в его пользу. В этот важный момент мама с трибун решила поддержать сына, но он вместо того, чтобы поблагодарить, жестко выругался на нее. Мама, если ты сейчас завалишь, я дам мячик об тебя. Это понятно? Маме, наверное, неприятно было все это слышать. Надеюсь, он извинился после матча. Но это ему, видимо, помогло, потому что Котов в итоге дожал бельгийца и прошел дальше. Вопрос только, стоило ли это того?